Наступившее лето – лучшее время полноценного детского отдыха. Приятное солнце и целебный морской воздух на побережье Азовского моря в нашем районе дают возможности для оздоровления. И все это, конечно, используется. Юные славянцы, окруженные заботой и вниманием, отлично отдыхают. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник», расположенный в удивительно живописном уголке природы Кубанского Приазовья, как магнит притягивает к себе активных славянских ребят. Еще бы! Стать участником военно-патриотической смены «Юные патриоты России» – это особая честь. Здесь собрались лучшие воспитанники военно-патриотических клубов, учащиеся классов и групп казачьей направленности муниципалитета. Глава Славянского района Роман Синеговский и председатель совета района Григорий Литовко приехали в лагерь, чтобы разделить с ребятами радость открытия смены. 400 детей наших здесь оздоровятся в нашем муниципальном лагере «Ровесник». Благодаря поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева несколько лет назад мы здесь сделали очень хорошее улучшение, благоустройство, беседки, вот, наш медицинский блок усовершенствовали. Поэтому я бы хотел, чтобы, ну, во-первых, солнце было ласковым. За эти несколько дней вы здесь уже сработались, у вас слаженный коллектив, слаженные отряды. Наверное, для этого все и делается, чтобы вы дружили, чтобы вы отдыхали, чтобы вы знакомились, чтобы вы набирали сил, оздоравливались. Поэтому хотел бы пожелать вам хорошего отдыха, успехов, удачи. В первый же день школьники познакомились друг с другом и с воспитателями и прониклись теплой атмосферой, которая царит в лагере. У ребят похожие интересы и увлечения, и это их быстро сближает. Счастье – это мы, счастье там, счастье тут, счастье в каждом доме ждут, счастье радует глаза. Каждый отряд получил свое неповторимое имя. Программу максимально насытили военно-спортивными соревнованиями и занятиями по военно-прикладным дисциплинам, чтобы смена стала интересной и познавательной. Мы приехали, мы просто придумали девиз, речевку и название. Во второй день у нас легенда. Легенда отряда. Сейчас к нам приехали гости. Мы им очень рады, готовились с самого первого дня. И я не знаю, что там будет на квесте, думаю, что это будет интересное. В «Ровеснике» уже прошли соревнования по армрестлингу и занятия по огневой подготовке, а также военизированная эстафета, в которой победила команда Петровской школы номер 29 «Будущий воин». В течение этих 10 дней мы, естественно, проведем интересных массу соревнований, в том числе военно-патриотических каких-то, спортивных. Ну и самое главное для нас, чтобы дети отдыхали, получали удовольствие, им было всегда приятно. Ребята здесь подобрались активные, способные на выдумку. Им совсем некогда скучать. Для того, чтобы время пребывания в «Ровеснике» стало незабываемым, прилагаются большие усилия. В лагере созданы все условия, чтобы ребята отлично отдохнули, набрали сил. Сезон успешно стартовал. Впереди у юных славянцев, которые отдохнут в лагере «Ровесник», 3 замечательных летних месяца и новые интереснейшие смены. Андрей Вишневский, Георгий Калинин.